Всем привет, ребят, с вами Аурум. Аурум Донатер, Аурум Клэш Роялист. И сегодня в этом видео, ну, во-первых, хотел бы показать свой небольшой, очень скромный прогресс. Честно, супер много не играл, 989 кубасов на данный момент. К концу видео мы обязательно сыграем, но помимо прочего, в этом видео я хочу задонить, потому что я донатер. Потому что только в этом я вижу смысл и в играх. Нет, не только в этом, но реально представить меня без доната очень сложно, поэтому я думаю, вы бы очень хотели увидеть старый добрые донаты. Почему старые добрые? Да потому что, ну, вспомните, какое количество... Мне кажется, вообще, тренд с открытием сундуков в Clash Royale ввел именно я. Может, это слишком громогласно сказано, но... Камон, ребят, мне кажется, самый первый видос по открытию сундуков был именно у меня на канале, но с этим можно спорить. В общем, в любом случае, я всегда обожал сундуки. Поэтому, что мы делаем? Я сегодня хочу скупить полностью все, что у нас есть в магазине. Также хотелось бы сказать, что да, без доната, блин, дела идут крайне-крайне долго. Поэтому прямо сейчас прожимай лайк, если нравится, что я по-прежнему играю в игру Clash Royale. Я поставил перед собой миссию, как минимум, выбить абсолютно всех персонажей. Не знаю, сколько у меня это времени займет, но с вашей поддержкой, с вашим лайкосом, потому что первый видос не так, чтобы много набрали, но я уже начал. Думаю, выпусков 5, 6, 7, пока мне не надоест или пока вам не надоест, я в любом случае сделаю. В общем, лайк, подписочка, а мы погнали. Первую акцию покупаем за $2.5, 16 магов. А вы знаете что? А у меня магов-то вообще нет. Единственный момент, что мне не нравится, это то, чтобы Вот для того, чтобы увидеть всю коллекцию, нам надо нажать на какого-то бравлера. То есть это лишний таб для того, чтобы вызвать это меню. Это ужасно неудобно. Раньше было лучше, как говорю, как старпер. Поехали. Готово. Покупка успешно осуществлена. Отлично. Денежки у меня по-прежнему есть. Это радует. Это очень радует. Так, мы купили эту акцию. И у нас теперь есть маги. Сегодня затаримся. За $19 я покупаю. 17x выгода. Где такие акции в игре брал Stars? Где? Это прям жесть. Конечно, надо покупать. $19. Отличный байт. Я поведусь. Да, к сожалению, я узнал, что Clash Royale Pass можно купить только 7 уровня. Потому что я думал в этом видео купить Clash Royale Pass, но оказалось, что это нереально. Боже, я вкачаюсь прям люто. Я люто вкачаюсь. Прям жесть. Те же. А, кстати, и гемасика у меня навалила. Очень прикольно. Смотри, Pass Royale открывается на 7 уровне короля. Окейушки, ничего страшного. За 3.49 я не хочу покупать эмодзи. Можно? Особенно Хога. Особенно Хога. Не... хочу, поэтому что? А, слушайте, 1115, это не то же самое, что в Brawl Stars. Здесь же за $100 14 тысяч гемов. Блин, я думаю, нифига мне навалило. Да, здесь по-другому. За $19 эту историю покупаем. Конечно, сегодня еще откроем сундуки. И вообще посмотрим, насколько сильно повлиял этот донат. Вообще, в принципе, довольно скромный донат по меркам Сквадбастерса. Там одна начальная акция, там по 20 баксов стоит. Или Brawl Stars. Поэтому особая акция, 10x выгода за $19 тысячу гемов. Вот, блин, в Brawl Stars было бы так. Вот прикинь, если бы мы в БС могли за $19 купить 1000 гемов. За $19. Боже мой, боже мой, боже мой. Как купить 1000 гемов за $19? Я, блин, в шоке. Это реально, я даже скрин сделаю. Обалдеть можно. Обалдеть можно. Так, о, бесплатно вот эту историю получу. Голды сколько? Здесь, кстати, голда очень важна. Мне кажется, мне на долгое время этой истории хватит. Представь себе, насколько дорогие здесь сундуки. 2000 гемов стоит один сундук. 2000 гемов, боже. Но опять же, цена на гемы, да, то есть, ой, боже, $119, 14 тысяч гемов. То есть, ну, солидно. Что еще в магазе есть? Есть код Аурум. Прекратить, а опять ввести. Смотри, обязательно, ребятки, вводим код Аурум во всех играх Brawl Stars. Так, ну что, в целом, мы, к сожалению, не можем открыть каждый сундук, но мы легко можем, наверное, открыть самый толстый сундук короля. Я думаю, наверное, или несколько... Что лучше, кстати? Как вы думаете? Напишите в комментариях, что лучше? Сколько? 1500, 2200... Да, 3 сундука фортуны или один сундук короля. Давайте по картам посмотрим. Значит, карт 178, в одном здесь 260. Ну... блин, но есть легендарный сундук королей, откроется на 11-й арене. Ага.
То есть пока он типа такой, 52 редкие, здесь 35 редких. Ты знаешь что, я в этом ролике все это открою не 3, а 2 сундука фортуны. 2 сундука фортуны теоретически мне почему-то кажется получше будут, да? Подробнее о содержимом сундуке, тра-та-та, просто нажми кнопку внизу. Ой, не надо! Да все, я все понял. Хорошо, откроем тогда сундук фортуны. Ой, и звук появился. Нифига себе. Один сундучок фортуны. О-о-о, аурум открывает сундуки. Обалдеть можно. Как давно это было? Так, 138 варваров. Нифига, блин. У-у-у, мушкет, брат. Мне, правда, магов там понападало. Ну, давай еще разочек, еще один. Ребят, много-много лайков, и я буду продолжать открывать сундуки. Так, и... И мини-пека. Нафигачило. Или еще один. Ладно, не, оставим гемы на потом. Давай я по фулу сейчас это все дело вкачну. Вот такая у меня, кстати, колода. Вот такая у меня колода. Не спрашивайте, почему она такая. Ну, вот как есть. Мы, кстати, сейчас попробуем ей сыграть. Надо до косарь кубков допушить. В общем, ой-ой-ой, Валя здесь 7 уровня. Обалдеть можно. Обалдеть, еще и мушкет. Кстати, а по магу? А что там по магу? Можно же заменить. Я вот ни разу не играл с магом. Мне кажется, вместо мушкета теоретически можно здесь попробовать ма... Нет, я думаю... Ой, нет, она 7 уровень! Офигеть, да я слишком жесткий, ребят. Я слишком жесткий. У меня 4 уровень башни, и я такой жесткий. Офигеть. Да. Да, вот этот доник буквально там, я не знаю, до $20 донат. А смотри, что он сделал с моим аккаунтом. Он просто меня окрылил. В БСе это невозможно представить. В БСе просто смотри на стрелы. Смотри на стрелы. Офигеть. Мне кажется, я этими стрелами варваров буду убивать одним выстрелом. Чу, конечно. Так. И даже еще 6 уровень, серьезно? А, нет, да, 6 и все. Все, 6 это максимум здесь вроде. Да, это максимум. Хорошо, у меня здесь еще остался за 5 уровень сундучок вот такой приятный. Здесь 5 гемасов. О, здесь, кстати, начали карты джокеры падать, что тоже приятно. Гоблины не апаю, луки. Кстати, юзал луки. Ой-ой-ой, хорош. Кстати, могу даже, вы знаете, о, новый уровень 8. Нифига, эволюция карт. Вот она, эволюция. Сейчас мне объяснят, как она работает. Волшебное безумие. Здесь можно играть в разных режимах событий. Эволюция колдуна, выбора карт. То есть вы мне предлагаете. Ну ладно, раз уж предлагаю, давай попробуем. А, это драфт. Как давно это было? Блин, и всеми картами могу играть, которых у меня никогда даже нету сейчас. Я не знаю. Маг такой красивый. Я, блин, никогда не видел такого красивого мага. Никогда, реально. Серьезно, я честно слово, никогда не видел настолько красивого мага. Что мне делать? Вот так пойду. Мне страшно. Какие классные у него скины. Кстати, скины на башню мне не предлагают пока что покупать, да? То есть, вообще, обалдеть. Но я заранее, как бы, да? А, надо было не заранее. Ладно. Ну, вы знаете, нормально. И нормально. Что, дровосек навалит, да? Дровосек чуть-чуть навалит. О, я в плюсе, хорошо. Да, аурум, конечно, рак, но в целом-то... Так, это зря я был, зря вообще все, конечно же, зря. Ну да ладно. Так, неплохо. Сейчас вот так тысяч, всех побьем. По-моему, вот так нормально будет, если вдруг... По двум башенкам. Гоблины, идите сюда, друзья. Ой, хочу дровосеков. Соскучился за дровосеком, брат. Как я тебя долго ждал. Ну и ладно. Ладно, спасибо этому челу, что он не такой уж прям про. Попадает? Попадает, хорошо. Ой-ой-ой, я не знаю, кого здесь ставить. Ну, нормально. Нормально. Маг! Вот этот жесткий чел. О май гад, он выглядит сумасшедше круто. Он выглядит просто как, я не знаю кто. Очень круто выглядит этот маг. А, что он творит? Обалдеть. Мне нравится этот маг. Определенно. Мне определенно нравится этот маг. Поймал, смотри, поймал. Так, есть. Хорош. Отличненько. Вообще все неплохо. Так, и вот так.
Ой-ой-ой, как он гоблина мне вовремя подставил. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Поймал, да и поздно. Поймал! Я поймал шахтера! Ору. Опыт не пропьешь, ребятки. Опыт не пропьешь. Не сундуками едиными, как говорится. Ну все, это GGVP, по-моему. Да? Да, это GGVP. Ну кайф, кайф, чё? Прикольно. Прикольно играть с этими картами. Отличная игра, спасибо, отличная, согласен. Вот, ну он, скажем, прямо не так, чтобы шедеврально катал. Но спасибо ему за катку. Играй в события, чтобы заработать сезонные токены. Я тебя понял. Сезонные токены у нас здесь. Трать сезонные токены в сезонном магазине. Понял, принял. Окейушки. Ага. Могу что-то уже купить, нет? Не могу. Не могу пока что. Все в целом понятно. Ты открываешь пас рояль. А, все, я могу пас рояль. Ребят, 100 миллионов лайков. И в следующем ролике я открою, куплю себе пас рояль по фулу. Купить пропуск. Стоит 15 баксов. Там будет 100 корон для пропуска до 300 тысяч золотых. А, вау. Эксклюзивное анимированное знамя. Это если алмазный пропуск. Вот, давайте показать все. Ага. Даже 500 гемов там дают. Ничего себе. Куча сундуков, кстати. Ну, да, я по-любому его куплю. Два магических. Офигеть. Или мифических, как называется. Магических. Я ничего, да, магики. Окей, это в следующем ролике. Ну, а в этом давайте все-таки и прувнем, что вот это такое. Так, сразись в бою, заработай короны. Окей, получено. Приз-сюрприз, дай приз-сюрприз. Все, поехали в каточку. А, мага, мага, хоть... Что? Эй! А что это такое теперь, значит? Что это? Что вот это такое? Я не очень понимаю. Ладно. Давай, знаете что, посмотрим на мага. У него там дофига должно было выпасть. А не так, чтобы много. Я думал, будет намного больше. Не-не-не, мага мы сейчас пока, сорян, не возьмем, наверное. Или возьмем, подожди. Ой, какой левел, какой? А ну шестой. Шестой? Брат, может я тебя и возьму. У меня с другой стороны есть валькирия, может тебя вместо валькирии поставить. Она седьмой, ты же левел. Нет, ладно, давайте я просто обычной колодой, которая вот сейчас есть. Я уже плюс-минус вроде притыкался ей играть, поэтому ей сыграем. 1000 кубков, сейчас все всру. Бам-бам-бам. Пятый уровень против пятого. Не, ну я там настолько прокачанный, я же до этого третьим играл. То есть я третьим левелом дошел до текущих кубков. Поэтому, ну кому? Давай вот так. Бам. И бам. Ну, варвары мощные. Седьмой левел, это жестко. Я прокачанее этого чувака, на самом деле. Слушай, камон. Да, еще вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это минус башня. Это минус башня, брат. Это минус башня. Ну, у меня варвары седьмого уровня. Седьмой уровень, это крайне большая редкость тупо для меня сейчас, для моих кубков. Так что, да, будет легко. Будет легко. Вы знаете, не буду фаербольчик тратить. Поставим валечку. И на этой территории спокойненько. Спокойненько. Ну да, маг бы тоже зашел. Но опять же, Валя седьмого уровня. Да, о, зачем он это сделал? Спасибо. Понятно, короче, да? Вы понимаете, с кем я играю. Давай вторую башню быстренько заберем. А, или еще, подожди, отдефаемся и вторую башню заберем, да? Будешь атаковать или не будешь? Не, ты не будешь. Ты не будешь. Вообще, сдавайся, брат. Сдавайся. Да, мне кажется, это сдача, или нет? Странный чел, очень странный чел. Ну, ладно, спасибо, и на этом очень странный чел. Easy peasy, time to squeezy. Так, вот мне 6 коронок выпало. Это что значит? Я могу их на что-то потратить? Приз-сюрприз хочу. Можно приз-сюрприз? Приз-сюрприз может содержать золото, карты, джокеры, книги. Получи эту награду, выполню все задания. Понял, вот это забираем. Победи в боях, 2 из 3. О, так я сейчас получу приз-сюрприз. Может быть. Достигнута новая арена. Все, косарь кубасов есть. Классно. Сундучок забираю? О, да, забрать сундук. Забрать сундук. Так, так, так. Кара... Гик по фулу. Так, здесь у нас новая арена, значит, ускорение. Спасибо. И я видел, тут гигантика можно до 5 уровня. Просто довольно странно, что у меня есть карты, которые 7 уровня и гигант. И ганджаст будут даже 6. 6, кайфавич. Окейушки. Все, давайте еще одну победу сделаем, чтобы мне вручили секретный приз. О, против Пети. ММА, я думаю, да? Петя ММА. Так и запишем. Ага, иди сюда. Эй, почему он успел? Прикиньте, он успел вырубить меня. Не прикольно. Блин, и еще я кривовато. Да, нужно было перед гигом ставить. Кстати, вот это ты лолный кекный чувак.
Так, я думаю, он не успеет прокрутить опять Инферно. Первый раз, кстати, вижу Инферно на новом аккаунте. Никогда не видел. Я уже забыл о ее существовании. Вообще, когда начинаешь сначала играть, это намного прикольнее, потому что старые древние колоды, лольные кекны. Стой! Нет! Я не хочу на это смотреть. Знаете, как девочка, нажавшая не на ту педаль. Я не хочу смотреть, что будет дальше. Дальше будет кринж. Жесть, конечно. Так, ну, я каким-то чудом реально вальнул еще его башню. Еще и Валя. Ой, что он творит? Что творит этот чел? Кайф. Ну, прям реально жестко навалил. Навалил кринжа. Он реально по случайности из-за моего мисклика забрал башню. Но при этом... Класс. Мне все понравилось. Мне все зашло. Единственный момент, что гига даже нету большого смысла сейчас ставить. Вот так надо ставить. Перед. И тогда полностью по фулу вроде контрит. Yes, я надеюсь, по крайней мере. Да. А я поставил на него как дурачок. То есть... Конечно. Варвары это фул контра. Так, где твоя... Инферно не ставит? Он сдается. Да, я думаю, он сдается. Хорошо. Я все равно не буду опрометчиво как спешить. Хотя, слушай, сейчас варвары очень много дадут урона. Что он творит? Петя! Петя, ты чего? Иди играй в Brawl Stars, Петя. Так, ну, бессмысленно. 38 секунд, брат. Зачем ты тратишь и свое, и мое время? Это же бессмысленно. Кстати, вот очень прикольно варвары откинули сейчас Пеку. Очень прикольно. Ладно, вот так на всякий случай сделаем. Даже теперь вот так можно сделать. Кривовато чуть бросил, но ничего страшного. Он еще сопротивляется, вы знаете. Вот за что я люблю наших людей, это за сопротивление. 4-3-2-1. Но! Тут ситуация неизбежная, Петя. И... Приз мне дадут? Да! Я получаю, ребят, сюрпризный приз! Первый раз, кстати, такое я не видел. Это Clash Royale вообще, да? Мы в Clash Royale играем? И что там? И что? 500? Вот это мой приз! 500 голды! Вы, блин, издеваетесь надо мной. Жесть вообще. О, вот это вот кайф. Так, мне нужно, походу, разобрать, да, свой инвентарь. Коллекция, нет, не коллекция. Как это называется? Где-то тут... Где оно было? Подожди. А вот, в коллекции. И вот здесь можно бы, короче, выбрать и на кого-то потратить. Давайте на башню бахнем. На башню. Еще, да? Еще? Воу. Ага, варваров, да? Ну куда же еще больше-то? Давай, наверное, на бомбер. Бомбер у меня есть? Нет, стрелы бахнем. Жух! Все, и 13 осталось. И теперь стрелы у меня 7. Да я вообще, короче, мажор. Просто раскачанный мажор. Все, ждите 10 тысяч кубков в следующем видосе. Ну что, ну давай 9 уровень. Блин, прикинь, я сегодня утром был 3. Как это работает вообще? Так, и у меня еще же сундук здесь за 6 уровень. Поехали. 3, 2, 1. И ой-ой-ой, какие новые. Новое все по... Еще 7. А, подожди. 9, это куча сундуков. Куча карт. Очень непривычно. Обычно принцессу выбивать, типа, как башню. Так. Отличненько. Еще даже один, я в офиге. Пушка там лютая. Фаербол. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, по принцессе. Это же она, ее сейчас можно, да, качнуть, типа, получается. Оу-е-бэйби. Хорошо. Теперь 5-й левел. Смотри, хижину тоже вкачаем сейчас. И жена у нас 6 уровня. И 5-й. 6-го тоже становится. Хорош. Вот это я мощный. Коллекция карт. Значок достижения. Первый уровень. Ого. Что бы это ни значило, это классно. Ну что, давайте напоследок еще одну карточку. В общем, в следующем покупаем, соответственно... А, я тут и так открываю. Покупаем алмазный пас. И я, возможно, проведу конкурс на алмазный пас среди вас. Много пасов разыграем. Если вы, опять же, поддержите мою инициативу, да? Много-много лайков. Давайте последнюю карточку. Просто реально понравилось играть. Когда я сильный, я никогда не 3-й левел. Ну, с 3-м левелом тоже куда-то дошел, конечно. Но в свое время, по-моему, на 1-м уровне я доходил. А-а-а, больно, блин! Что я наделал? Я под вальку бросил варваров. Что я творю? Что ты творишь, Аурум? И смотри, кстати, у меня кроме фейербола вообще никого нету. Наверное, можно сагрить тоже на валькирию.
Просто чтобы они подлетели, потычки. Валькирия минимальный урон вообще получит. Теперь сразу... Смотри, у него очень много... очень странный мув. У него очень много летающих юнитов. И это не так, чтобы супер классно. Но ничего, 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 ничего. Продолжаем идти по этой башне. Сейчас поставлю гиганта, когда накопим 10. И хотелось бы в спину, если подефаюсь. Если он сейчас дойдет, то просто поставлю гоблинов. А, понял, нет, дефаюсь. А, в принципе, для дефа это достаточно. И сразу в спину ставлю гоблинов. Гоблинов теперь выбегает по 3. Я тот самый олдфак, который помню. Ой, мини-пека даст. Бах! Который помню, как было по одному, это называлось спам. Сейчас, наверное, вроде не так. Но кайф, кайф. Хижина гоблинов мне сейчас очень нравится. Опять же, на моих лоу-кубках, на мой вкус. Просто потому, что механика реально другая. И ее, ну, типа, можно не тупо юзать. Раньше это было слегка тупо. Жух. Подпустил, криво поставил. На одну тыку дала. Ну смотри, челик неплохо задефается вообще. Опять же, вот так вот гига опустим отсюда. Мини-пек сразу тут. На поплюшке. Так, хорошо. И сразу в спину опять же гоблинов. Сильно больно. Так, так, так. Блин, съедают. Очень быстро съедают. Очень быстро съедают. Мини-пека есть тыка? Есть одна тыка. И еще и поднакидаем. Хорошо. Мне все нравится. Начинаем вот так вот как-то накидывать. Выходите! Вот, вышли, отлично. Тут сразу варвары. А тут сразу гига. Все, это ГГВП. У него слишком много спама по две стороны. Вот так сразу вот это вот. И все, и еще фаербольчик. А, фаербольчик криво был. Но в любом случае, мне кажется. Тут при любых. Да, good game, well played. Хорошо, хорошо. Окей, я обещаю, это последняя катка. Я не знаю, почему просто заходит играть. Это последняя катка, я просто после этого тоже выключу запись и выключу игру, обещаю. Вот, 10%, все. Жене, я так жене все время говорю. И... А что-то будет идти за ним. Что будет за ним идти? Короче, криво поставил хижину гоблинов. И да, ну ладно. Не дал тыки ни одной. Не буду ничего делать. С этим вообще ничего делать не буду. Я очень сильно удивился, когда варваров было больше, чем 4. К слову, о переменах в Clash Royale. Хорошо, дали варвары. Правильно, что ничего не делал. Хотя, с другой стороны, фаербольчик, может быть, бы здесь тоже был неплох. Да, надо было все-таки юзануть под фаербольчик. Просто как... Ой, две тычки, класс. Я не знаю, что такое. Ситуации делать. Это тупо, да? Ладно. Я бы очень сильно удивился. Так, ну он очень много всего выкинул. А здесь маг. Да, я понимаю, не самый лучший вариант, конечно, наверное. Но в целом мне нормально. Нормально, 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 нормально. Чик. Хорошо. Все. Мне все понравилось. Минута 30. Давай от дефа. Очень хорошо. На самом деле очень хорошо. Вообще шик. Я думал, да, с тыку. Хотел пожертвовать тыкой. Я играю не как профессионал, поэтому вот это там одна тыка, две тыки, мне без разницы. На-на-на-на-на-на-на. Больно, больно, больно. Вот так может. Вот так. Ну, типа, чтобы спасти, вы поняли, да? Двоих бахнет. По мини-пеке не дало, но ладно, ничего, но это сработало. Странно, но это сработало. Сразу хижинку сюда. На 3 я сомневаюсь, что здесь стоит идти. Хотя красиво, красиво, да. Очень красиво. Супер красиво. Все, последняя, вообще, самая-самая последняя катка. Да, конечно, оно так люто пошло, просто это были серьезные потуги без доната. Ну, я как бы иногда попадал на каких-то чуваков, которые меня насиловали, а тут прям супер легко идет. Да, донат решает, решает для таких нубов, как я, реально сильно решает. Особенно вот эта тупая тактика варваров 7-го левела. Ой, кстати, больно. Больно. Ладно, давай, давай. Ага, вот так вот, да? Ладно. Ну, этот, кстати, он-то интересно, дефается или нет? По идее, вообще не должно. Слишком жестко было бы. Ну, понятно. Еще одна. Да, еще будет чуть гоблина. Вообще классная хижина, классная. Мне нравится.
Я этих чуваков тоже никогда не видел. Что они делают? А, они током бьют, да, по-моему? А, нет, такими штуками. Блин, по-моему, не при мне их добавили. А, они какие-то легкие. Да? Давай сразу бега. Я думаю, сейчас вообще такой кучей малой залетим. А, у него есть варвары, да? У него есть варвары. Сейчас будут варвары. Нет, он не кинул варваров. Странно. У него просто не докрутилось. Сейчас будут варвары. Бессмысленно уже все. Спасибо. Всем спасибо, все свободны. Ну что же, господа, мне кажется, еще одна кэточка предрешена. Классно быть донатером. Без донатера ты ничто. Донать или умри. Да ладно. Даже так. Я не ожидал, что будет 3 звезды. Ребятки, на этом сие видео мы заканчиваем. Мне в целом все зашло. Всех обнимаю. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки. Я задонатил, я на темной стороне. Бесплатно, Squad Busters. 4-я цель. Типа, пока ты до 7-го. Короче, разработчики вообще ни во что не ставят людей до 7-го уровня. Пока ты до 7-го уровня не добрался, ты считай вообще никто. Поэтому мы давай вот это все соберем. Первый мой скин, куриная башня. Так, ребят, ну я обязан увидеть, как оно выглядит. Честное слово. Украшение дрема. Страна из грез. Рамка. Обалдеть можно. Так, я все забрал? По-моему, все. А, нет, да. Окей. Блин, я обязан увидеть, как просто она выглядит. Ну, сори, реально. Вот, сори. Сори за... Это уже такой мини-стрим у меня получается, потому что я очень долго записываю этот видос. Все, последняя. Самая-самая последняя катка. Наверное, это видео даже никто не смотрит. Вот почему это вот такой скин. Кстати, ну я же его не видел с этой стороны, как вот здесь попки такие торчат. Очень забавно. Очень забавно. Все, наверное, вот эту катку я и проиграю. Я вот чувствую. Чувствую, что эту катку я прям вообще, блин, сухарики. Так, кстати, он еще мага бахнул. Неприятно. По магу дай. Хорошо. Да, и он еще и мушкета ставит, чтобы стрелы не попали. Мне кажется, Хьюстон у нас наконец-то серьезный соперник. Да, читалось. Ну, все-таки, знаете, в данном случае вот так надо ставить. Нет! Больно-то как? Да, конечно, очень больно. Бомбер против этих варваров, это больно. Ну ничего. Блин, эти башенки с этими куколками, это капец. Капец, это как-то непристойно даже. Это как-то даже непристойно. Выбегайте быстрее. Выбежали. Да, это фул контра вроде, да? Только по дому не бахни. Все нормально. Все прекрасно. Да, это фул контра. Класс. Кайфовичи. Ну вот так, там по идее должны еще выйти. Или не выйдут? Не выйдут, один успел выйти. Понял тебя. Ну, давай еще так. Хорошо, очень красиво, очень прекрасно, мне все понравилось. Теперь главное сейчас пеку кинуть именно на мага. А, понял, без разницы. Вообще не буду тратить. Одна тыка, приемлемо. Все окей. Что теперь поставить? Мушкета из-за главной башни. Блин, прикольные скины. Ага, хорошо. Значит, вот так. Ты на нее по-любому агришься, а ты еще и дефаться будешь, брат. Ты такой плохой. На тебе. Если ты такой плохой, на тебе. Сейчас там маг где-то будет. Не, бомбер. Блин, у него целых два дефа вообще. Так нечестно, это читы. Тут не буду, проигнорирую. Ага, еще даже так, ору. Блин, вот это он гонит. Ну, типа... Он кинул еще одного гига на немертвых варваров. Я в офиге. Ну, минус 2 башни. Даже, может быть, 3 звездочки будет? Нет, 3 не будет, не успел просто. А так было бы 3. Всех обнимаю, ребят. Подписывайтесь на канал, теперь точно все. Bye-bye.